друзья самоизолированные, всех приветствую. Расскажу вам, как у нас проходит самоизоляция, если кому-то интересно. Самоизоляция на нас никак не повлияла, у нас все то же самое. Птица продолжает есть, гадить, мы продолжаем кормить, убирать. То есть ничего не изменилось. Работы немерено, ничего не успеваем, короче говоря. Не успеваю, так как Елена Викторовна решила приболеть у нас, и, в общем, со 2 числа я один. Ну, будем надеяться, что она к нам в скором времени вернется в наши стройные ряды, быстро восстановится, ну, не быстро, пускай хотя бы восстановится, вот, и все будет как прежде. Вот, самоизоляцию я вынужденно нарушаю. Соблюдая, правда, все меры предосторожности, у меня вот масочка тут, есть спирт для дезинфекции рук, вот. И, в общем, приходится нам ездить и за яйцом, и вот за кормом я поехал. Ну, не то, что приходится, ну, как приходится, нет, мы запланированно за ним едем, так как у нас все-таки есть и обязательства перед людьми по яйцу, так как заявки давно были сделаны, вот, и нам нужно закладывать свой инкубатор. Как бы никуда не денешься, все равно это необходимо. Сейчас, в данный момент, я вот еду за кормом. Давайте скажу по яйцу. Значит, яйцо есть, пока поставки продолжаются. Следующая поставка яйца вот у нас запланирована на 26-27 апреля. Поэтому, если кто-то находится рядом с нами, либо по пути следования, да, это из Москвы в Александров, это Ярославское шоссе, и кому нужно яйцо, я оставлю в описании телефон. Пишите в режиме смс или WhatsApp заявки по яйцу своему. Вот какое яйцо будет 26-27, сказать пока сложно. Это может быть КОП 500, может быть РОС 308, но это будет Европа. Вот. Предположительно, может быть Болгария, вот, либо Чехия КОП. По корму, значит, я связывался с поставщиком, с нашим, у кого, значит, мы сейчас пурину будем брать опять, вот я еду за ней как раз, где-то 1,5 тонны пурины сейчас мне отгрузит. Сказал, что заводы работают, Раменские и Пурина, это то, что они чем торгуют, что увозят. Ажиотаж на корма есть, да, люди быстро разбирают, кстати, наверное, порекомендовал бы тоже озадачить с этим вопросом сейчас, пока еще есть, скажем так, возможность приобрести. Ну, мне было бы спокойнее, я поэтому вот еду и беру на две партии бройлера сейчас корм и на корм для индейки где-то на 2 месяца. Вот. Решили индейку тоже мы поднимать пуриной, а уже по мере взросления посмотрим, чем дальше будем кормить. Пока еще не решили. Вот, это касаемо корма. Касаемо передвижения. Ездил вот я, допустим, за яйцом в Москву. Переживал сильно, как выбираться из Владимирской области, так как у нас губернатор Владимирской области ввел жесткие ограничения на передвижение. Там в Александрове ходили патрули, штрафовали, выписывали протоколы, машины останавливали. Вот. Но выехал из Владимирской области без проблем, никто меня не остановил, когда за яйцом ездил. Но остановили в Москве. Обошлось без протоколов там. Выяснили, по какой необходимости я передвигаюсь. В общем, все, мне объяснил, разъяснил. Уточнили, нет ли оружия в автомобиле. Сказал, вот в этот раз я не везу его, так что все нормально. Ну и отпустили. Вот. По работам. Работы, как я сказал, у нас много. Вот, допустим, сегодня я сейчас привожу корм, мне его нужно будет разгрузить, все эти 1,5 тонны уложить, чтобы хранился нормально, не отсыревал там и так далее. Далее, сегодня мне обязательно нужно переложить индейку из большого инкубатора в лицах она будет докручиваться, потому как не хватает нам этого инкубатора тоже. Вот. В большой инкубатор будет закладываться КОП 500. Чтобы у нас был цыпленок, где-то после 28 апреля должен быть КОП 500. Но если все нормально будет с инкубацией, если не будет никаких там форс-мажоров, будем надеяться. Ну, индейка, соответственно, у нас тоже, если все нормально пройдет, после 20 апреля должна быть индейка.
индейка хайбрид конвертер. Если кому-то надо, заявки принимаем. Из ближайших, так скажем, работ пересадка мулларда. Вот, муллард сейчас у нас находится в брудере. Отлится, конечно, очень много воды. Как я там не пытаюсь минимизировать расплескивание, все равно есть вода от нее. Принял решение пересадить я ее в 10 суток в рассадник. Может быть, кто-то видел, мы показывали на канале. Рассадник у нас есть такой арочной конструкции, поликарбонатной. Размер его 2 на метр. Сейчас он стоит у нас на грядке, где мы выращиваем арбузы и дыни. Вот. И прямо вот на эту грядку я рассыплю стружки и пересажу туда муллардов. Если будет холодно ночью, то буду еще вешать им красную лампу нагревательную. Больше пока места для них у меня нет. После этого рассадника нужно будет куда-то их пересаживать в какой-то загон. Вот сейчас я тоже начал уже обустройство загона, открытой части загона для индейки. Вот ссылочка здесь будет в углу экрана на это видео про загон. Временно, наверное, размещу там. Ну, раз уж начал рассказывать, что планируем продажи, скажу уже про навоз тогда, что делать. Навоз мы фасуем сейчас по мешкам 25-килограммовым и продаем по 100 рублей. Если кому-то надо, кто-то рядышком находится, приезжайте, забирайте. Навоз есть двух видов. Это вперемешку с опилками из несушечного курятника. И есть бройлерный навоз, чистый, по 100 рублей также мешок. Та куча, которую я показывал в каком-то из роликов, большая достаточно куча. Я там не знаю, там, наверное, больше телеги тракторной будет. Кому надо, самовывозом 5000 рублей мы за нее хотим, забирайте. В свою очередь расскажу, что где-то, наверное, в 2008 году еще на первый участок мы заказывали машину птичьего помета, распределяли его по нашему участку, и нам его хватило лет на 5, наверное. Картошка росла изумительно. И вообще все, что Лена сажала, росло там очень как бы хорошо. Но главное с этим навозом не переложить, то есть лучше не доложить, так как он агрессивный достаточно, этот куриный навоз, и его класть надо в небольшом количестве, имейте это в виду. Но так, касаемо ситуации, да, с этим коронавирусом, конечно, хочу выразить соболезнования всем, кто находится в квартире, да, в самоизоляции. Слава богу, как бы у нас самоизоляция проходит в частном доме, да, где есть территория, куда можно выйти, где масса работы, есть чем себя занять, как говорится. В этом плане еще раз подтверждается правильность нашего решения о переезде из Москвы. И, конечно, в грядущей ситуации экономической ясно, что выжить на земле будет гораздо проще. Потому как все-таки предполагаю, времена нелегкие грядут. Вы и сами это прекрасно понимаете. Сейчас многие потеряют работу, да, из-за этого карантина. Малый бизнес так вообще закроется, я так думаю. У кого там, скажем, аренда платная или еще что-то. Ресторанный бизнес пострадает просто страшно. И туристический. Ну, короче, в общем, все вы это понимаете без меня. И, конечно же, товары первой необходимости у людей будут пользоваться первоочередным спросом. Уже не до всяких там побрякушек ходят, которые мы с вами как раз и производим. Кто занимается выращиванием птицы, кто для себя, кто на продажу, неважно. Нам будет попроще, скажем так. Ну а всем остальным я желаю не унывать в этой ситуации. Прорвемся, как говорится, кто постарше, сами знаете, уже не один кризис переживали. Вот. И на моем веку, скажем так, их было, ну, два как минимум. Ничего, нормально, прорвемся. Главное не терять самообладание и человеческое лицо. То есть, понимаете, наверное, о чем я говорю. Так. Вынуждены мы там, скажем, на что-то повысить цены за счет повышения стоимости яйца там или еще что-нибудь. Но вот жестить не стоит, пользоваться, скажем.
скажем так, ситуации и пытаться заработать какие-то барыши, как это многие делают там на продаже сейчас масок, там, да, медицинских средств каких-то там и так далее. Ну, это неправильно, на мой взгляд. Все мы с вами в одной лодке плывем, все друг от друга зависим. Соответственно, и так снижающийся спрос схлопнется еще сильнее сейчас после снятия карантина. Денег у людей не будет. В общем, давайте будем как-то друг другу по возможности, конечно, помогать. Не в ущерб себе, я все прекрасно понимаю. И корма дорожают, там есть составляющие импортные, да, много их, премиксы те же. Вот. И яйцо, в общем-то, дорожает, как я сказал. Ну, короче, в любом случае будем как-то, скажем, сохранять приличие, стараться, по крайней мере. Все на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Но пасаран. Вы из какой контролирующей организации? А? А вы из какой? Все проверили? Все нормально? Что там, перегруз? Ну, перегруз, извините. Что делать? Портер сказал, куда ж ты меня грузишь-то столько, скотина? Вот, смотрите, короче, немного запаслись кормом, так сказать, на 62 рубля. Все, сейчас разгружать все это будем вот сюда. Вот сюда. Занимаемся. На карантине сидим. Правильно, правильно, отдыхай, да, отдыхай. Самоизолируйся. Смотрите, как она самоизоляция. Вот сколько видишь, столько ни души. Если человека увидишь в окрестностях, то эту социальную дистанцию очень легко обеспечить. Можно рвануть от него километра на два сразу, и никого больше не встретишь. Точно.